В Владимире простили с художником Алексеем Солодиловым. Трагедия случилась в пятницу 28 июля. Он погиб при попытке спасти тонущего подростка, которого затянуло в так называемую воронку на Клязьме в районе деревни Суслова Камешковского района. Владимирскому пейзажисту было 43 года. Он из семьи известного художника Эдуарда Солодилова. Окончил художественную школу и художественно-графический факультет Владимирского пединститута. С 1996 года преподавал рисунок, живопись и композицию на кафедре изобразительного искусства. Алексей Солодилов был стипендиатом Министерства культуры РФ, обладателем премии и дипломов Союза художников России, в который вступил в 2005 году. Отпевание Алексея Солодилова состоялось в Свято-Троицком храме. Проститься с художником пришли его коллеги, студенты и близкие друзья. Профессор кафедры изобразительного искусства в ЛГУ, заслуженный художник России Владимир Рузин, вспоминает коллегу как человека надежного и твердого в своих убеждениях. Это художник, очень способный, талантливый художник. Он убежденный реалист. Он убежден в том, что то, что он делает, это правильно, и это... Эти вот качества передавал, свою убежденность передавал своим студентам. Студенты его очень любили. Очень любили. Он как был отец им. Он знал их, кто с кем дружит, кто с кем ходит, у кого в семье что получилось. И, в общем, вот я с ним работал вместе. Для нас это большая потеря, как художника, как педагога. Дмитрий Холин, председатель Владимирского отделения Союза художников России, считает попытку спасения детей героическим поступком. В памяти художники останется исключительно светлой. Его сломить было нельзя. Вот. Он всегда работал на пределе возможности. Вот. И ушел он сам, в принципе, на каком-то взлете таком. Вот, конечно, прискорбно очень, и мы все скорбим об этой утрате. Свои соболезнования выразила и Светлана Орлова. Губернатор Владимирской области отметила, что преждевременная трагическая смерть молодого одаренного человека – это большая утрата и боль. Светлана Юрьевна уверена, что лучшей памятью о художнике станут его картины. Он работал в жанре лирического пейзажа. Значительное место в его творчестве занимали мотивы древних городов родной области – Владимира, Мурома, образы одноэтажной России и ее живописная природа. Пейзажи наполнены светом, теплотой и особой душевной искренностью. Работа Алексея Солодилова находится в Центре изобразительного искусства города Владимира, а также во многих частных собраниях России и за рубежом. Игорь Липский, Виталий Сергеев, Губерния 33.